2018 год объявлен в России годом добровольца. Утверждать программу эффективной работы волонтерских движений на территории Курганской области в ближайшие 3 года собрались представители учреждений, затрагивающих многие сферы жизни общества. У нас уже существует очень эффективная работа в сфере образования и молодежной политики, потому что у нас есть волонтеры, значит, мы знаем, каким образом их применять, в каких мероприятиях, это проведение массовых мероприятий. Хотелось бы, еще раз говорю, чтобы такие группы появились, например, и в спорте, и в культуре, в социальном обеспечении, и, еще раз говорю, и должны быть свои люди как раз для работы с Министерством по чрезвычайным ситуациям и с Министерством внутренних дел. На данный момент на территории области работает 15 тысяч волонтеров из 437 движений. Большое внимание уделяется здравоохранению, социальной сфере и поддержке экологии. Участникам заседания был представлен план развития добровольческих движений на 2018 год. В ходе активной дискуссии было предложено внести коррективы в некоторые пункты, а также добавить новые. Наши предложения были создать молодежное объединение с целью противодействия распространению в сети интернет-запрещенной информации. Хотелось бы добавить еще такой пункт, как обмен информацией о пропавших гражданах. На чемпионате мира по футболу будут присутствовать и волонтеры из Зауралья. А главным событием в жизни добровольческого движения Курганской области станет Всероссийский форум «Утро-2018», который пройдет с 20 по 30 июня. Алла Маковеева, Дмитрий Долгих, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру».